4-2. Сразу хапнули, хапнули его. Сколько осталось? Александр Александрович, я то видео на паузу на стоп поставил. Его час новое. Нет, ну вот то, что вы ругались с ним, я просто на стоп нажал. Случайно, да? Ладно. Я думаю уже. Все. Сколько времени осталось? Какой счет читаем, значит? 4-2. 4-2. Еще 5 минут играть. Ты куда-то вышел? Александр Александрович, за телефон ничего? Я сказал, нет. А постарайся там, я не знаю. Нет. Ну, блин. Давай, давай, давай. Выбей. Бей. Бей. Хорош, бей. Головой? Нет. Нет. А так, ну, от него ушел. От него он толкнул, мяч. Братан, встань. Еще один. Сколько? Минута. Что, вы играли?
Центр держи. Центр, совесть на центр. Вот это возьми. Да, далее. Вот это вот, держи его, держи его. Марина, вперед и бежи. Оп. Ручки. Я пускай, не надо. Там ручка. Да. Девочку подальше, можно, пожалуйста. Три шага, еще полметра, Саш. Еще полметра сюда. Вот, осталось. Глеб готов ногой бить. Хорошо, главой. Одного столкновения, все в пределах правил. А кто крикнул? Я просто ощибу, Саш. Что ты делаешь? Ладно. Ты там был? Я уже не ощущение. Дополнительная минута пошла. Что от минуты, то мы сколько с вами? Дайте хотя бы, пожалуйста. А, угловой. А угловой ты что? В смысле? Ну вообще угловой. А, ну давайте, пацаны, извините, я даже... Я подам. Кидай. Оттуда давай я подам. Я подам. С этой стороны. Как стоит? Ударим выше. Прямо туда. Стой, вперед ты можешь зайти. Тут нет. Ну зайди, один вратарь куда? Иди обратно. Мы их выиграли, они убежали куда-то. Лучший бомбардир, как буду сразу. Лучшим бомбардирца я. Он 8 мячей забил. Кто? Я. Сразу. Еще одна игра впереди. Красава. Эдик, лучше. Лучше б рукой. Деду, скорее! Бей! Давай! Все, бесу. Давай. Я два, пожали ручки друг другу. Молодцы.